Доброго времени суток, дорогие зрители, с вами я, Скелет. В сегодняшнем видео я продолжаю рубрику PvP на персонажах, и сегодня у нас Генос. Честно говоря, Генос, наверное, самый лучший персонаж этой рубрики, ведь у него легкий ваншот комбо, он сам по себе очень мобильный, да и целых 2 скилла игнорирующих блок. В общем и целом, это прекрасный персонаж. Также, ребята, прямо сейчас я проведу итоги розыгрыша из предыдущего видео, а именно розыгрыша Early Access. Ну что ж, приступим. Что ж, ребята, прям при вас загружаю сюда ссылку, пейдж, ждем. А, в комментарии не указан Discord. Ага, указан Дискорд. Дания, изи. Давайте-ка найдем его сначала. Так, ну что ж, ребята, я проверил его подписку, и он подписан на меня. А сейчас проверим, есть ли он на моем Дискорд-сервере. И да, он есть на моем Дискорд-сервере. Давайте-ка, ребята, поздравим победителя розыгрыша. Я ему уже выдал приз, и на моем Дискорд-сервере он уже написал слова благодарности. Если вы не верите, то зайдите и проверьте сами. Также, те, кто не выиграл, ребята, не расстраивайтесь, так как в сегодняшнем видео я тоже сделаю розыгрыш, но уже любого геймпаса в The Strongest Battlegrounds на выбор. Условия таковы. Первое. Подписаться на канал и поставить лайк под видео. Второе. Зайти на два Дискорд-сервера по ссылке в описании, ну или же в закрепленном комментарии. Третье. Включить показ подписок на YouTube, чтобы я смог проверить, подписаны на меня вы или нет. Ну и последнее четвертое условие, это написать в комментариях свой юзернейм и дискорда, чтобы я смог с вами связаться. Итоги розыгрыша будут в следующем видео по ПВП на персонажах. Ну а я пожелаю всем удачи, и мы переходим к шоу-кейсу. Так, ну что ж, у меня игра до конца не прогрузилась. Ага, произошел, походу, вайп рангов, и у меня нулевой ранг. Ага. Почему ты афкашишь? О, ожил. Давай начинать. Это Сайтама, да? О, ёпта. Ай, нет. Фига себе, хорош. Кстати, я... Вот эта техника меня немного раздражает, знаете. Что? Ну, ладно. Я вот так сделаю. Как я не попал? У меня еще хп мало, офигеть. Да, что-то я давно не играл в ТСБ и разучился, походу, играть вообще на персонажах. Да ты заеб... Давайте-ка ульту используем, чтобы красивенько его добить. Ну шо, славянский зажим? Да!
That's quite big. Ладно, я косой. Я не смог сделать славянский зажим. Нет, я хочу сделать славянский зажим. Да, я не славянин, но я сделал славянский зажим. Погнали. Давай, давай, давай. Нет, ты меня бесишь. А, давайте-ка его красивенько добьем. Уф. Блин, обожаю четвертое добивание на Геннессе. Ну что ж, это GG. Поехали к следующему бою. Так, ну что ж, вот наша очередная игра. Вот у нас попался мистер Хира. 10 ранг. Ну, ладно. Ага, и это Геннесс. Серьезно, Геннесс против Геннесса. Может, он и лагучий. Да ё-моё. Нет, тихо. Блин, Геннесс, наверное, это самый легкий персонаж вообще в ТСБ, потому что у него настолько легкие комбо, вы бы знали. Знаете, ну я не люблю вот так спамить просто атаки, я хочу сделать комбо, что комбо лучше выглядит как-то. У него, кстати, нет ивейда, так что я сейчас сделаю просто ваншот комбо. ГГ. А, нет, не ГГ. Ну ладно. Ну ладно, поехали. Ну что ж, на этот раз получится славянский зажим, да? Получится! Поехали! Вот так вот красивенько мы его добили. Так, ну что ж, вот наша третья игра. Против нас играет Викей Ноджи. Так, ну это, походу, какой-то участник клана. Так. Это у нас... Ой, ё-моё, как он лагает. Подожди. Нет, пинг нормальный. Пинг вполне нормальный. А, это Гаро. Не пойму, это сервер лагает или... Подожди. А, нет, да, это сервер лагает. Нет, это не сервер. Ага. Ты по урону? Да задрал уже бегать. Байтнул под пивасного. На! На! Ладно. Ой, жалко, что он не знал то, что первый скилл игнорирует блок. Ну, при добивании, конечно же. По сути, задрал, просто задрал. ГГ, наконец-таки мы убили этого раннера. Так, ну что ж, вот наша четвертая игра. Ведь у нас попался какой-то... Я не знаю, как этот ник читать, короче. Да что это, почему у меня цифры не показываются? Так, это у нас атомный самурай. Ну, не знаю, почему люди играют на атомный самурай? Он же неинтересный вообще. Он evasive использовал? Бля. Так. Пау. Полетел за арену. Ну что ж.
Да не бегай, мужик. Поехали. Ну, джиджи. Так, ну что ж, вот наша очередная игра. Я решил взять скин Тацумаки, потому что, не знаю, он в последнее время мне очень сильно понравился. Так, ну что ж, против нас 25-й ранг. Николас Милк. Вот это никнейм. Так, ну что ж, это у нас сразу же... А, это Сайтама, что ли? Подождите, мне кажется, Сайтама. Или это Горо? Это Сайтама. Похож на Сайтаму. А, это Горо. У этого оползня хороший пинг просто, и все. Я ненавижу тех, кто просто сидит в блоке, и все. Вот реально бесит просто. Играет как додики. Так, давайте-ка я поставлю первую графику. Да, сейчас будет некрасиво, но все-таки просто... Мне, когда больше FPS, комфортнее играть. Раздражает, раздражает прям. Значит, раздражает. Просто сидит в блоке и все. Он даже не пвпхается. Ну вот что он, вот посмотрите просто, он стоит и ждет, серьезно, аутист какой-то. Не, ну посмотрите на это чучело. Вот просто что это такое? Вот он стоит на месте и ничего не делает. 25-й ранг. Идиот, серьезно, просто идиот. Ой, не попал. Жалко, жалко. А он пошел сразу в другой угол. Домой! Это просто это. Так, в прошлой катке я хотел сказать не домой, а ГГ. Извините, сама вырвалась. Так, против нас играет Revenge, ну или Revenge, просто букву я не дописал. Короче, Dungeon Подвал 2. Ну, с таким никнеймом бой будет интересным. Так, ну это, конечно же, у нас кто? Это Горо, да? У него, кстати, вроде... У него скин похож чем-то на Ивенса. Ага. Капец. Два каунтера просрал. Как так можно? Сейчас еще один просрет, смотрите. Смотри, сейчас просрет каунтер. Боже, так читается просто легко. Ой. Боже, мужик! Это пипец, он все каунтеры просрал. Это просто пипец. Так, ну что ж, вот наша очередная катка. Против нас опа, S-ранг. DM X-неком. Кстати, у него ник прикольный. Доривара. Доривера. Так, ну что ж, кем ты у нас будешь, воин? Это у нас Сайтама. Нет. Не, ну у него жесткая комбо, конечно, но просто... Знаете, оно его не усовершенствовано, знаете. Эх. Убегай. Да как он попал?
Эх, я уже понадеялся, что это конец. Ну, можно и так, ладно. Офигеть. Одну треть... А, нет, одну четвертую снес. Или одну пятую. Просто одним скиллом. Ну что, это у нас ГГ. Парень реально хороший попался. Очень хорошо играет. Так, ну что ж, вот наша последняя катка против нас играет. Дурачо. Кем же ты у нас будешь, воин? Ага, это рукопашник. Гаро, наверное? Да. А, ну это фулпот. Фулпот челик. Я не знаю, я не привык играть фулпот. Потому что это как-то тупо. Знаете, фулпот они играют вот так вот, смотрите. Их нужно просто брать способками Геноса. Потому что они никогда в жизни не подпускают близко противника. Да блин, ну чё он не повелся? Почему он четверку не использует вообще? Да ты задрал бегать, Меньше бегать будешь, обезьяна. Макака, блин. Бегает и бегает. Так, все, способки мы перезарядили. Нет, только не выходи, пожалуйста, мужик. А? Че он пишет? Your ping is very low. Оп. А, он написал привет, нуб. Ну, такое мы не прощаем, погнали. Чему-то он отдает мне победу. Ну, ладно, я его четверка добью тогда. Ну что ж, вот такой красиво вышла наша последняя игра. ГГ. Вот такое получилось видео. Также, ребята, хотел бы вам рассказать, что это за второй дискорд-сервер в условиях розыгрыша. Это дискорд-сервер нового плейса, который на момент снятия видео находится в разработке. Плейс будет в жанре PvP, и он будет иметь очень много крутых фишек, которых нет в других плейсах. Работа над этим плейсом ведется очень упорно и старательно, и я, как обладатель роли бета-тестера, расскажу вам так. Эта игра выглядит очень неплохо. На этом я заканчиваю. Еще раз пожелаю всем удачи в розыгрыше. Увидимся снова.